Yeah, but должна быть герметичность в салоне, понимаете? Вы же не хотите, чтобы вам голову продуло, правильно? Так мне голову и продуло как раз! Потому что вы летели в эконом-классе, а летели бы в бизнесе, вам бы предложили норковую шапку. Какие-то еще претензии есть у вас, какие-то, смотрите?
смысле не готова? Я ее только отдал. А тебе кто ее? Тебе кто ее приготовит за выходные? Бухгалтера нету. Ой, да раз, блядь. О. Все, опять в аварию попали. Блядь. В аварию. Ну все, давай. Ебать тебя, сука тупая! Что тут дворник? Блять! Ну, давайте. И... Не, ну почему? Да. Рыбы же. Рыбки поесть они любят. Почему же? Вполне. Я, кстати, тут нашел книжку 65-го года. Я даже не знал, что у меня дедушка много еще писал. Известный кардиолог, академик. Ёб твою мать, ты, блядь, ты чё нахуй? Вот ты ёбаный в рот, блядь. Вот ты утырок-то, а.